Можно? Я создал. Я вот считаю, я участвовал в многих конфликтах. Мальчик, Олег, все, что вы привезете по банке? Уже две он прошло, я этого не подарю. Даже стекло нашли. Давай так, если мы будем разбирать каждый день поминутно и почасовую, то мы найдем кучу непримиримых вещей. Надо говорить тогда правду или вообще умолчивать. Давайте говорить тогда правду. Или говорим правду, давайте, или вообще давайте. Где территория Донецкой области? Донецкая область, где карту, давайте достанем его. Да легко. Область. Значит, где мы сейчас находимся? На территории какой области? Донецкой. А что вы тут делаете? Мы живем где? Вы забывайте азы. Мы живем на Украине. Правильно. А Донецкая область – это территория Украины. Две области, которые решила определиться. Представьтесь, пожалуйста. Шпигель Андрей Вячеславович, полковник военной полиции, Министерство обороны. Скажите, вы вот откуда родом? С Донецка. В прошлом гражданином Украины. Я всегда был гражданином Украины. Все, первая машина пошла. Вперед. Ждем вторую. Все, вдоль по репликам, колонну плотно остановите. Я еще раз спрашиваю, кто у вас старший? Я старший. Вы, кто вы? Я серб. Нет, я такого не понимаю, в международной практике такого нет. Нет, фамилия, имя, отчество, должность. Вот так принято. Это уже много информации, давай дальше работаем. Это немного информации. Вот был Андрей, подошел, сказал команду, снять несколько. Подходит следующий, заявляет, снимать все. Подождите. Военная полиция досматривает. Спарта стоит и охраняет, стоит так, и как вам положено. Все. Охраняйте, не лезьте, стояли, куда вам не надо. Наблюдали. Я еще раз говорю, вы в прошлый раз проявили уже вторую волну обыска, а не досмотра. Так они там проявите, пожалуйста, какой-то цивилизованный подход сюда. А зачем мы так? Раз проверили, второй раз проверили. Займите свое место, пожалуйста, согласно штатного расписания. И не лезьте, куда вам не надо. Военная полиция проверяет, она дает команды. Все остальные молчат. Или у вас здесь орда какая-то? Проводить ДШК, проводить гранаты, да, вы на то и есть четко есть люди конкретно определенные, а не все. Есть люди, в прошлый раз я вам докладывал. Были случаи мародерства, если вы хотите. Я вам докажу. Тащили блоки сигарет, тащили продукты. Я одного поймал, я одного притащил. Он сказал, что ему разрешили. Я сказал, покажите, кто вам разрешил, он не смог. Я не создаю. В прошлый раз вы же не присутствовали. Жили в Украине, в Крыму, в Симферополе. Потом не знаю, где работал. Занимался. Работал, жил.